Привет, друзья! С вами Кулинарная Пропаганда и я, Дмитрий Фреско. Вы не перестаете меня удивлять. Результаты опроса на странице ВКонтакте показали, что вы горите желанием отведать жгучего вкуса Мексики. Замерзли? Мы тоже. В трубе завывает ветер. Прошу прощения, но мне не удастся его полностью убрать из записи. Ведущий, то есть я, тоже с некоторыми звуковыми дефектами. Извините. Но шоу будет продолжаться при любой погоде. Готовим чили кон карне. Что это такое? Это густой и острый мясной соус неясного происхождения. Неясного-неясного, не удивляйтесь. Нет, конечно, сейчас его относят к кухне Текс-Мекс, так называемой техаско-мексиканской. Но испаноязычная Википедия не исключает, что саму идею американским аборигенам подкинули завоеватели испанцы в 16 веке. Англоязычная же ничего об этом как бы и не слышала. О, чили – это блюдо, вокруг которого кипят нешуточные страсти. Причем это касается не только его происхождения, но и содержимого кастрюль. Со 100% уверенностью можно говорить всего лишь о двух ингредиентах – жгучем чили перце и карне – мясе по-испански, говядине. Скорее всего. Но можно и свинине. А если очень хочется курятине или индюшатине, мясо должно быть более или менее мелко изрублено, вручную. Или в мясорубке. Но это все только в том случае, если вы не собрались приготовить вегетарианский чили. Чили син карне. А да, сам-то чили, признаться, всего лишь собирательное название для острых стручковых перцев. Коих насчитывается несколько десятков. Есть из чего выбрать. Наконец-то. Впрочем, кажется, я увлекся. Давайте приступать, а поболтать можно и в процессе. Поруби лук небольшими кубиками, а чеснок режу еще мельче. Немного оливкового масла в толстодонную посуду. Лук надо довести до прозрачности и легкой золотистости, когда неприятный запах сменяется ароматом. На это уйдет минут 5-10, в зависимости от температуры. Добавляю мелко порубленный чеснок. Буквально несколько секунд, и появляется совершенно потрясающий запах. Теперь крупно порубленное мясо, или порезанное. Начинаем обжаривать его, разбивая все комочки. Если не бьются лопаткой, включаю вилку. Мясо побелело и даже начало слегка поджариваться. Добавляю красное вино и снимаю со дна небольшой образовавшийся нагар. Протертые томаты. И теперь хорошо перемешаю. Пока соус кипит, займусь пряностями. Семена кориандра, молотая сушеная паприка, кумин, черный перец, чили-перец. Как поется в песенке про чили кон карне, не забывайте мексиканские специи. Без них вы не получите вкуса солнечного света. Не забываю. А еще добавлю 70% горький шоколад. Продукт, популярный у местных уже более 3500 лет. Шоколад добавит вкусу насыщенности. Чем больше жидкости в получившемся соусе, тем сильнее огонь, чтобы она побыстрее выпаривалась. Пока нарежу кубиками сладкий перец и полосками свежей чили. Лук, чеснок, томаты, фасоль присутствуют в большинстве рецептов, как любителей, так и профессионалов. Тем не менее, от любого из них можно отказаться, как и от вина, а добавить, например, кукурузу или кукурузную муку, и какао-порошок вместо черного шоколада. Все равно получится чили кон карне. Свежий чили-перец требует внимательности и осторожности. После работы с ним нужно хорошенько вымыть руки. Если во время нарезки зачесался нос или глаз, звоните 911. При работе с особо острыми перцами можно использовать перчатки. Перчик в кастрюлю. Энергично перемешиваю. Добавляю вареную фасоль. Сегодня готовую консервированную, но обычно варю заранее. Теперь перемешиваю аккуратнее, чтобы не переломать фасоль. И оставляю тушиться под крышкой до готовности. Минут через 10 посолю, попробую. В случае нехватки остроты добавлю еще чили. В общей сложности он должен готовиться минут 50-60. Мексиканцы обожают, чтобы рот от еды полыхал. Поэтому они кладут побольше чили и заедают огонь кукурузными чипсами. Латиноамериканцы других стран и испанцы не такие огнеупорные. Что уж говорить о нас, о тех, кто вырос на деликатной горчице с хреном. Выберем спокойный гарнир. У меня сегодня рис.
те, кто любит экзотику, предпочтет экзотический для нас, но вполне аутентичный для латиноамериканцев киноа или дикий черный рис, сметана или йогурт в качестве огнетушителя, и оттенит жгучий вкус свежесть кинзы. Такое буйство ароматов, и здесь нет остроты, очень приятное тепло, хотя нет, все же острота есть. Впрочем, есть еще один способ, чтобы погасить это пламя. Все та же песенка утверждает, что одного или двух, или трех, или четырех, или семи пив будет вполне достаточно. Что ж, теперь вы знаете почти все о чили кон карне. Я надеюсь, мне удалось подогреть ваш интерес. Впрочем, если вам не хватило острых ощущений у экрана, если вы приготовили, а вам все еще холодно, вы всегда можете найти мексиканца или техасца и сообщить им, что вы знаете единственный верный рецепт чили. Понравилось? Мне очень. Я поднимаю палец вверх. Надеюсь, вы тоже. Вы можете помочь каналу развиваться, если поделитесь ссылкой с заинтересованными товарищами и друзьями. А я не подведу. До встречи через неделю. А шоу состоится при любой погоде.